Всем привет, мы продолжаем мучить Азика, на этот раз постараемся пройти дальше, чем какой-нибудь третий уровень. Это желательно, а там как получится. Сильно сомневаюсь, что получится. Ну, уже, то есть. Если мы запариваемся на первом мобе, который тут появился, то есть... Очень логично предположить, что, короче, у нас все получится. Ну, в плане того, чтобы не пройти до третьего уровня. Получится. О, грибок. Спид и рейншап. Зашибенно. Правда ведь? Рейнш всегда гуд, спид тоже всегда гуд. Стоим на месте ровно, спиддапим, рейнджем и так далее. Ну, тупо не тупим просто. Просто ждем. Пока они сами к нам вылезут. Вылезли. Отлично. О, в горшке оказалось еще два паукана. Ну ладно, еще. Убьем и вас, друзья, товарищи. А тут есть пауканы? Есть. Как же без них, да? О, мухолов ты, блин. Блин, это просто жопа. Самое настоящее, блин. Он слишком много спамит херни всякой. Слишком много спамит, сволочь. Надо валить как можно быстрее, чтобы он прекратил спамить. Её. Валюли. Взяли. А теперь возвращаемся и заходим в шипастую комнату. Зашибенно. Ну, мы все-таки заходим еще раз в шипастую комнату. Бэтгас. Зашибенно. Идем на второй уровень. В принципе, первый прошли без проблем. Даже немного удивился. Рискнули, зашли в шипастую комнату рано. За это можем поплатиться очень-очень скоро. Ну, хотя бы так. Пришлось заюзать на всякий случай, чтобы не сдохнуть.
Правильно, ищу сейчас камни, которые можно рвать. Ну, вроде ничего взрывать тут нельзя. А не, взрывать-то можно, толку от этого не будет. Блин, у меня же есть клюв. Ах ты, ёк, там уже кто-то еще, видать, живой, да? Да. Мухи, блин, сраные. Ну как вот эту муху выманивать? Как же меня это запарывает, честное слово. Да стоит в камнях вот эта хрень, блин. Ну и не летает. Ну давай, иди сюда. Ура. Ух, спайдерс. Ко мне вроде я не наблюдал, которых можно взорвать, так что ничего не взрываем. Еще одна бомба. Отлично. Бомб у нас просто завались. Толку, правда, от этого. Пока что не очень много. Ух, блин. Спамеры. Так, ищем камни, которые можно нахер вальнуть. Камней таких не находим, что печально. Блин, ключ тратить на магазин не хочется. Один ключ, потому что. Так, валим этого гада. Берем руку. Пытаемся найти суперсекретку. Находим ее с первой попытки, что не может не радовать. Взяли черное сердце. Рано взяли. Ну, как всегда, у нас такая хрень всегда получается. Пытались найти обычную секретку, не получилось. Ну и в принципе, наверное, я бомбу сохраню на более следующий уровень. Пригодятся. О! Катифаныч! Здоров! Ой, ё. Давно не виделись. Ставим изделия, не паримся особо. Хреначим. Захреначили, надо же. Даже так. Тирсап. Синее сердце. И следующий уровень. Поехали. Уровень номер 3. Два паука на этого стоило, блин. Проходить такой мини-челлендж ради двух пауканов, блин. Это вообще извращение. Ах ты! Блин, как жалко это синее сердце. Мог его ну, не терять его абсолютно, мог спокойно. Не такие эти красные херни сложные, чтобы на них терять сердце. Ой, досада. Давай, выходи, чтобы я тебе мог попасть. О.
Еще одна бомба. Бомб нам просто, блин, с избытком дают. Еще бомба. Круто. Куда их только девать, нам пока что не очень ясно. Используем ландшафт уровня, вернее комнаты. Чтобы как бы. От чаржа спастись. Уж меня бесит вот эта хрень. Так, надо тут взорвать. Пипец, одни блин, в сундуках одни пауки, и просто жопа, честно. Так, сердце нам красное пока не надо. Стоим издали, не паримся, убиваем эту хрень. С той стороны также желательно это сделать. Это пройти не смогу, да, только прилетать тут можно. Досада. Ой, очень неприятная вещь. Ой, тихо, босс пока не идем. Блин, два червяка Джима. Ой. Вы еще и плеваться, а? Верблюды, а? Не научили вас, что плеваться, блин, нехорошо. Токсичная кровь. Ура! Ну дай что-нибудь дельное. Да не монету там, а ключ. Хотя бы. Гадский аппарат. Взорвись нахер. Так вот. Такс. О, ноу. Все-таки собака захреначили меня. Не люблю этого босса. Блин, я опять путаю кошки. Я путаю кошки нахрен. Делает раз, делает два, вот так вот, короче. Ой, надо было кошку, наверное, брать. Дебил, блин, теперь уж.
А все равно одна жизнь осталась. Ёперный стыд. Что же я поспешил-то так, а? Лично я спешу, блин, а. Ой, ёперный бабай, куда ж ты прыгаешь-то такой? Какого хера тут боссы-то, а? Какого хера тут боссы? Ты же босс! Должен быть в конце уровня, а не в середине, в непонятной комнате. Где кроме пауков и... Блин, сука! Ой-ё! Твою мать, а! Твою мать! Блин, а ну твою засай. Ладно, короче, жаль очень. Чаржутся все сволочи. Ой, ёперный стыд. Ой, блин, комуха, да ёпона мать-то! Все-таки попал по эту бомбу, блин. Зашибенно. Рыбок. All-Star Up. Повезло. Да ёперный стыд, дайте пройти. Офигеть, просто офигеть. Сдохните, сволочи. Ой, ёперный стыд, ну пипец, короче. Вставляем руку. Спокойно, спокойно. Главное тут без паники. Так, сердце. Если что есть. Кстати, этот камень можно взорвать, кажется. Угу. Пипец, муха. Пипец, короче, полный. Ошибся с грибком, бывает. Может быть, тут секретка. Блин, сердиться-то, блин, до жопы. Упала. Кушать не хочу. А нам все время нужна... Золотая комната, бляха, муха. Ой-ой-ой, спасибо, красный этот. Тихо. О, ДПС рулит. Если бы не ДПС, сейчас бы сдохли нахер. Что это за таблетка Ранвизер? Бэттрип, сволочь. Даблшот. Ненавижу эти ловушки, ну вот эти, когда жизни отымают сраной хрени.
Можно было зайти в шипастую комнату, а тут телепортнуться. Я идиот. Слов нет других. К сожалению. Быстро мы его вальнули и получили хп ап, это очень круто. Следующий левел. Видите, я спешу, блин, как-то не знаю, и тут же понимаю, что я сделал. Можно было сделать совсем по-другому. Очень досадно это. Вот сказал, мега досадно. Ой, ёперный стыд. Спасибо, спасибо, спасибо. Не благодарите, пошли мы отсюда нахрен. Ой, тихо, шипастую не заходим. Ну, чудом отовсюду. Давайте сюда зайдем. Вдруг тут что-то все-таки будет. Да уж. Пипец дельная. Такое дельное, что, блин, просто жопа. Ой, нет, ненавижу руки. Всего лишь за бомбу, а? Такое испытание, всего лишь за сраную бомбу, а? Просто жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нахер, 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 нахер. Чуть было под лазер не встал, зашибенно вообще бы было. Да сдохните вы быстрее. Ух. 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 Че это за хрена? Вопрос такой. Не знаю такой. Блин, нахрена я это сделал? Я хочу синее сердце взять. Так, открываем, взрываем. Тихо. Так, где-нибудь камень с крестиком? Вроде нема, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А тут есть такие камушки с крестиками, а? Вроде нету. Опять сердец с жопой ешь. Бля, а я в золотой комнате-то не был, да, еще? Или был? Не был. Поэтому нам нужно перед тем, как босса бить, все-таки золотую комнату-то найти. Тихо! Ой, спасибо. Шарик. Или как там тебя? Хер с этой бомбой. Тихо. Фух, надо очень аккуратным быть. Спасибо за сердце. Ой, жопа, ой, жопа. Круто. Мы сразу на следующий уровень. Попали. Бэттрип, да ну тебя нахер, а? Ну что это за подставы постоянно? Нет бы там хп, а... Или что-нибудь типа этого, блин! Все, пипец, я попал. Блин, я так попал сейчас. Глупо. Просто пипец. Тихо. Не буянить.
Ой. Да. Факан. Досада. Просто потерял 5 вот синее сердце просто так. Не в той ситуации сложной, действительно, которую можно было бы потерять. К сожалению. Так, за сердце синее спасибо. Только надо еще не сдохнуть. Не, не потерять его в этой комнате. Так, сердце синее взяли, камни, 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 камни. Вроде нет. Ух. Блин! Как нечестно, а? Как досадно, блин, а? Своя же херня-то, блин, взорвалась, а? У меня. Как часто это бывает, а? Просто пипец досада, а? Камни, 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 камни. Хер бы с этими камнями, да? Блин, ты еще не нашел золотую комнату, правильно? Взрывайся в них, да взрывайся, иди в них там. Да не в меня, а в них. Фух. Поехали в лосы, хер с ним. Да взрывайся, иди в босса, блин. Ну, надеюсь, я не ошибся с этой книгой. Ну, то есть, я имею в виду сердце то, что потратил. Книга-то неплохая, но... Посмотрим. Твою мать. Собака. Плешивая. Да иди взорвись ты в него, блин, убей его. Какую нахрен дверь ломанулся, когда еще этих не убил? Ну что это за ошибки идиота? Блин, а? Я надеялся на другое. Ну, как говорится, пофигу на что ты надеялся, получи. Ладно, не самое плохое, не самое хорошее. Ничего страшного, как говорится. Бывает и хуже. Так, а что у нас с секретками, кстати говоря? Одна может быть вот тут вот обычная? Нет. Где у нас супер может быть секретка? Ну, по идее тут, да? Mm-hmm.
Или ну их нахер, а? Честное слово. Поиграли, блин. Ой, ёжик-корёжик. Постоянно надо еще, блин, опасаться, что эта бомба в меня взорвется, блин. Своего же вольнет. Хозяина. Ну а что нас не перенесло на уровень следующий? Я что-то не то нажал, да? Интересно. Было опасно. Амнезия зашибенно просто. Хорошо, что тут уже босс. Ну что ж, следующий... Ой, я забыл в комнатку войти! Блин, ну что я такой тупой, а? Куда я спешу, а? Блин, так досадно, обидно и... Пипец просто. Такое, блин... Идиот, а? Иди взрывайся, только не в меня. Красавцы, блин. Б3, да вы чё, блин, прикалываетесь, что ли? Тихо. Блин. Хорошо, что меня защищает эта штука. Я могу раз в комнате получить урон. Я дурак, короче. Просто идиот.
что, не знали? Все знаете. Все вы это знаете. Иди, вали их там, блин. Ну, давай, взрывайся, давай, 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 ну. Столько ошибок просто, блин, глупых. Спасибо, защита. Если бы не эта защита, я бы давно сдох бы нахер тут. Реально, причем. То же самое опять, а. Хороший сундучок. Мега просто. Рульный. Давай уж заразово. Да ну тебя нахер, взорвись. Отлично. Ни хера не дали. О, пойдем к боссу. Босса завалили, это круто. Раньше апнули. Это еще более круто. Фух. Карта без этого, короче, без карты. Лучше без. Ладно, хер с ним. Где наш не пропадало. Защитный куб, конечно, рулит вообще. Безусловно. Спидован. Ну что ж, все таблетки это говно такое, а? Нет, блядь, нет, сука, нет! Да, все замедленно, все круто, ну. Что за нахер вообще?
Нахера я в эту комнату зашел, а вот нахера я в нее зашел, бляха, муха, ну нахера, блять, я в нее зашел. Потому что он идиот, идиотов так и надо учить. Я бы прошел. Сердце, если бы не это сучье, блять, оружие, которое мне дал мне, блядь. Спасибо вам огромное за него. Все нормально, все зашибенно. Сердца падают синие, чё париться-то, да? Нахер мне не нужны, блин, какие. Я сейчас сдох нахер. Просто сдох нахер, сдох! Игра, блин. Просто тупая игра. Или я тупой, я просто дурак, идиот, все. Спасибо всем большое и пока.